Всем привет! Зовут меня Рустам. Представляю большую, очень большую канадскую организацию, что называется Международный колледж Ла-Саль. У нас 23 школ, либо 23 вуза по всему миру. Сегодня мы поговорим про одну из них, это LaSalle College Vancouver, что находится в городе Ванкувер, Британская Колумбия. Но сначала хотелось поблагодарить нашего официального партнера на территории Кыргызстана, компанию Global Compass, благодаря которым вы имеете возможность дистанционно познакомиться со многими вузами мира, в том числе с нашими учебными заведениями в Ванкувере, Монреале, Барселоне, Мельбурне и в других городах мира. Как я уже говорил во время рекламного ролика, LaSalle College Vancouver является частью холдинга LCI Education Network. Раньше этот вуз назывался Art Institute. Вуз раньше назывался The Art Institute of Vancouver, но в феврале 2017 года этот вуз стал частью холдинга Международный колледж LaSalle. Этот холдинг международный сегодня представлен 23 кампусами по всему миру. Сегодня, как я уже говорил, мы будем говорить про один из них – это LaSalle College Vancouver. Будучи частью этого огромного холдинга, студенты, которые в дальнейшем будут поступать в LaSalle College Vancouver, будут иметь уникальнейшую возможность, а именно поехать и бесплатно отучиться в одной из вузов внутри нашей сети. На примере, скажем, того же LaSalle College Vancouver, скажем, студент поступает на программу дизайн модной одежды, и если у него есть желание, он может бесплатно поехать отучиться в городе Монреале один семестр, или же, скажем, в городе Барселоне, это Испания, и также есть у нас кампус в городе Мельбурне, Австралия. Это уникальная возможность, которую дает только наша организация LaSalle College International. Сам кампус Ванкувер, как я говорил, раньше назывался The Art Institute of Vancouver, находится в центральной части города. Очень хорошая транспортная развязка. 24 часа, 7 часов, 7 дней в неделю у нас кампус открыт. Вот это недавно свежее фото нашего кампуса, которое было полностью отремонтировано в 2017 году. Все у нас там новое. Обучаются у нас порядка 1500 студентов. Из них где-то 1000 составляют full-time, остальные part-time, либо онлайн-студенты. Обучаются у нас, да, мы колледж международный. Находимся мы в городе Ванкувере, частный, поэтому количество студентов у нас, международников,
Также достаточно порядка 40% наших студентов – это студенты-международники. Они приезжают к нам практически со всех стран этого мира. Классы у нас небольшие, в среднем у нас где-то до 15 студентов в одном классе. Максимум могут располагаться всего лишь 30 студентов, но это никогда до этого не доходит. Программ у нас очень много. Здесь представлены некоторые из них. Более подробную информацию по нашим программам, по их стоимости, все заинтересованные студенты могут получать у нашего официального партнера на всей территории Кыргызстана в компании Global Compass. Они будут всегда вам рады отвечать на все ваши вопросы по тому, как к нам поступать, какие документы нужно собирать. И самое главное, окажут помощь по получению визы студенческой. По программам. Программы очень популярны на данный момент на территории Канады, в частности, в Британской Колумбии, это визуальные эффекты и гейм-дизайн. Если вы уже слышали, сейчас, скажем так, город Ванкувер в шутку называют Голливуд, Северным Голливудом, Hollywood North, где очень широко развита киноиндустрия. Также мы, отвечая этому требованию рынка, предлагаем такие программы, как гейм-дизайн и визуальные эффекты, аудио и фильм производства. Наша программа гейм-дизайн, либо по-другому назвать игровой дизайн, уже который год признается, скажем, лучшей программой, да, лучшей школой по изучению дизайна видеоигр. Последний раз это было в 2016 году. Я уверен, у нас был этот приз и за 17-е, и за 18-е годы. Все молодые люди, которые когда-нибудь интересовались видеоиграми, могут узнать в списке в этом списке самые популярные игры. В этих видеоиграх это есть видеоигры, над которыми работали наши выпускники. Не зря мы каждый год занимаем очень хорошие места в рейтинге подготовки выпускников по программе Game Design. Визуальные эффекты. Без них ни один фильм не обходится. Как я говорил, Ванкувер, Hollywood North, требуются каждый день востребованы такие специалисты в сфере визуальных эффектов. В этом списке мы можем увидеть часть фильмов, на которых работали наши выпускники. Не просто фильмы, а фильмы, которые получают в свое время Оскара. За участие в, скажем, производстве новых фильмов за этот год, за год 19-й, визуальные эффекты тоже есть, даже наши выпускники есть. Здесь можно видеть шоу, над которым работали наши выпускники. Graphic дизайн – тоже современные требования рынка. Некоторые примеры наших работ наших выпускников. Дизайн интерьера. Программа Fashion Design, дизайн модной одежды, очень популярна. Очень популярна на территории Северной Америки, как в Ванкувере, так и в Монреале, где находится наш основной кампус. Сам вуз, LaSalle College в
входят в лучшие школы по программе моды в мире. В Канаде бесспорно занимает первое место, а в мире занимает очень хорошие позиции. Это говорит о том, что у выпускников есть вообще очень хорошие шансы трудоустраиваться. Все, не только в сфере моды, даже и в других программах большинство наших преподавателей являются работниками этой индустрии. То есть они будут преподавать то, что сейчас нужно на рынке труда. Это они могут всегда выступать для наших студентов, скажем, звеном, связующим с работодателем. Как мы знаем, большая часть новых вакансий, во-первых, афишируется внутри компании. Об этом и узнают наши преподаватели. Кулинарное дело тоже у нас хорошо развито. Внутри колледжа есть свой ресторан, которым управляют, можно говорить, студенты. Студенты, которые учатся по этому направлению, во-первых, у них даже само обучение прикладное, во-вторых, у них есть уникальнейшая возможность применять уже в реальном ресторане. Этот ресторан не бесплатный, он оказывает услуги платные. Там могут, этот ресторан могут посетить любые, не только студенты, не только преподаватели, даже люди с улицы. То есть у студента есть возможность проверить то, что он изучил на практике, и увидит, скажем, реакцию потребителя. Что касается поступать в наши вузы, в частности, сейчас мы говорим про LaSalle College Vancouver. На вашем экране вы сейчас видите список необходимых документов. Могут они казаться сложными, но как только вы обратитесь к нашим партнерам, компании Global Compass, это все будет очень просто. Самое главное, что от вас потребуется, это наличие как минимум аттестата об окончании полной средней школы. Дальше уже, исходя из программ IELTS, нужно иметь в среднем 6, 0 или выше. Кроме IELTS, вы тоже можете видеть, что мы принимаем и другие международные языковые сертификаты. Все международные студенты, которые хотели бы обучиться в нашем вузе в городе Ванкувере, имеют стопроцентное право обращаться за стипендией. Единственное, эта стипендия выдается, скажем так, так он называется Talent Scholarship. Не то чтобы талантливым студентам, а студенты, которые хорошо, так скажем, грубо говоря, хорошо напишут свое письмо мотивационное или вот это сочинение. На данный момент, за период своего работы с этой организацией, я вижу, что практически 99% студентов получают эту стипендию. Я уверен, что у всех у вас, ребят, есть такой шанс. А стоимость будет составлять порядка до 20% от стоимости первого года обучения. Проживание в городе Ванкувере. Через нас, да, конечно, можно снимать проживание семьи, можно снимать через нас. Мы работаем с большими поставщиками таких услуг. Через нас можно снимать комнату в общежитии студенческой.
Также через нас можно снимать проживание в гостинице, студенческой гостинице класса люкс. Средняя стоимость проживания в городе Ванкувере может варьироваться от 800 до 1000 канадских долларов в месяц. Более подробная информация, опять-таки, у наших официальных партнеров компании Global Compass. От лица организации LSI Education, LaSalle College International, хотелось бы поблагодарить всех слушателей этого вебинара. Также поблагодарить нашего официального партнера на территории Кыргызстана, компанию Global Compass, за ту возможность, чтобы провести этот вебинар для наших потенциальных студентов. Как я говорил, мы большая сеть, у нас много вузов, поэтому мы с вами не прощаемся, а говорим до скорой встречи. В следующий раз мы будем говорить про наш кампус в городе Монреале, что называется LaSalle College Montreal. Всем большое спасибо. До встречи. Чтобы я не напортачил еще раз, смотрите, я нажимаю на end live, live video. Идет, do you want to end this live video? Я говорю, if you end this video, now you will be able to choose if you want to save or delete it. Я говорю, end, да? Да. Сейчас. Ending